занятия кружка любителей гегельской диалектики. Вот. Мы сегодня, в соответствии с той программой, которая была объявлена, изучать будем объективность. Вот. Но я думаю, тот, кто внимательно прочитал этот небольшой разделчик, который вначале идет перед тем, как идет речь о механизме, он должен был заметить, что здесь объективность понимается двояко. И объективность как некое отражение в познании, так сказать, в голове человека, того, что есть. Дескать, можно объективно отразить, можно не объективно. А можно это понимать и как объективность, как то, что есть в объективном мире. Ну вот поскольку Гегель начал, к сожалению, вот эту третью книгу с того, что он субъективности, у него следы этого здесь везде прослеживаются. Это мы можем на это обратить внимание. Вот говорится, что в первой книге «Объективной логики. Абстрактное бытие», бытие курсивом, было изображено как переходящее в наличное бытие. Это мы с вами знаем. Но также возвращающееся в сущность. Это тоже мы знаем. Во второй книге мы видели, что сущность определяет себя так, что становится основанием. В силу этого вступает в существование и реализует себя в виде субстанции. Вот вам по существу изложены две книги. Первая и вторая книга «Науки и логики». Но снова возвращается и пишет в понятие. Если оно возвращается, то оно идет куда? В бытие. То есть такое бытие, через которое просвечивает сущность. Вот что здесь понимается под понятием. То есть здесь понятие понимается в этом смысле. Если вот так смотреть еще, вот только потому, что вот здесь сказано, здесь еще понятие берется действительно в объективном смысле. А потом он от этого уже уходит. Значит, сначала здесь мы пишем, что относительно же понятия мы прежде всего показали, что оно определяется так, что становится объективностью. Вот. А дальше он начинает связывать этот переход уже не с тем движением, которое тут исследовано и которое проведено, а с доказательством существования Бога. Как его доказать? Что Бог – это такое существо, настолько великое и высокое существо, что оно обладает всякими реальностями, и поэтому включает и такую реальность, как существование. Вот и все. Поэтому, если это Бог, тогда он… Какой же это Бог, если он не включает в себя такую мелочь, как само существование? И тогда раз, два, и это так называемая философия известная, онтологическое существование бытия Божия. То есть это вот легко очень доказать любому верующему человеку, потому что Бог, он всемогущ, всемогущий. Раз он всемогущ, то он обладает всеми мысленными и немысленными реальностями. Вот вы не всеми, я не всеми, и вы не все реальности. Не знаю, Марат, может, только себе претендует, но не уверен. У меня дедушка в НКВД работал. Тогда точно, тоже всеми. Да. Ну, раз всеми, то значит среди этих реальностей есть и существование. Раз есть существование, вот и доказано, что Бог существует. То есть все-таки люди понимают, что надо как-то это доказать. То есть вместо, хотя дело веры, так сказать, казалось бы, ну верите вы и верите, что тут еще доказывать? Вот верю я, и меня опровергнуть нельзя. Вот вы не верите, видно вот по вашему лицу, что вы не верите, а по моему лицу видно, что я верю. И все. Ну попробуйте меня опровергнуть теперь. Причем очень глубоко верите. Я просто верю, а это вы мерите глубину. У вас есть веромер. Верить надо, беззаветно. А вы начинаете, значит, как будто вы на рынке, молодой человек. Много, мало верю. Вот верить надо и все. Это не терпит это суеты, веры. Короче говоря, и вдруг такой скачок, вот буквально еще абзац не закончен, относительно же понятия мы прежде всего показали, что оно определяет себя так, что становится объективностью. Ну, мы видели, как оно становится объективностью. Оно никак не показано, что оно становится объективностью. Но в это как раз легко поверить, потому что если взять, вот если взять и поставить, как мы с вами
и сделали вот этот раздел, начинающийся с объективности туда, сразу после учения о сущности и в начало этой книги, то ясное дело, что вот эта объективность, она и принимается как то, что возвращается в понятие. Возвращается в понятие, слово «возвращается», значит, движение куда? К бытию снова. Бытие, через которое просвечивает сущность. И то определение, которое вначале там давалось, понятие, оно вполне действенное, вполне материалистическое. Бытие, через которое прослеживает сущность. То есть, скажем, если мы говорим понятие, допустим, Антоновки, так ясное дело, что это есть какие-то конкретные Антоновки, есть некоторые особенные Антоновки, привезенные из Тамбовской области, вот, а есть всеобщая Антоновка, то вроде как нет такого яблока и вообще нету, но это же то, что характерно всеобщее, оно есть и в особенном, и в единичном, это мы успели с вами усвоить. А вот этот вопрос о всеобщем, особенном, единичном не носит в себе ничего такого субъективного. Это вполне объективный такой момент. Мы это изучали, но это можно изучать и позже. А вот здесь важно, что мы вот остановились на объективности. И тут пошло вот это вот. Само собой явствует, что этот последний переход по своему определению тождественен с тем, что в прежнее время выступало в метафизике как умозаключение от понятия, а именно от понятия Бога к его существованию, или как так называемое этнологическое доказательство бытия Божия. То есть сам автор признается, что это тождественно вот этому же самому рассуждению. И он его облагородил, так сказать, онаучил, уже так он не говорит именно о Боге, но значит, уже переходит к философскому обобщению этой мысли. Известно, что возвышеннейшая мысль Декарта, согласно которой Бог есть то понятие, чего заключает в себе его бытие, что такого возвышенного? Вот, то есть это, можно сказать, и вполне жульническая мысль, что понятие Бога заключает его бытие. Это же недопустимо. Сначала, так сказать, давайте выясним понятие, а потом будем спрашивать, есть или нет. Ну, спекулятивная мысль. Ну, спекулятивная, да. Так спекулятивная, да. После того, как она опустилась до плохой формы формального заключения, сам он это признает, а именно до формы упомянутого доказательства, была в конце концов побеждена критикой разума, то есть Кантом. Имеется в виду Кант с его работой «Критика разума». И той мысли, что невозможно выколупать существование из понятия. То есть вот это он признает. Признает-то признает, но он на этом и остановился, тем не менее. Вот он вот это вот выводит не из развития природы это понятие, и не развитие природы через переход к человеку, как высшему существу общественному, и потом как тому, кто обладает понятием, а потом уже обладает он и целью, и тут есть телеология, и тогда совершается переход уже как к общественному человеку и, собственно, к тому, который не только понятия это какие-то производит, а который переходит уже к идее. Потому что для того, чтобы иметь идею, надо иметь понятие. И тогда все у нас укладывается. Ну вот мы в самом начале этого вот произведения мы видим подтверждение того, о чем у нас в прошлый раз шла речь. Он снова к этому, так сказать, беспокойному моменту обращается здесь, потому что он чувствует, что здесь у него не все в порядке. Мы там же, на странице 95, и во второй части, на странице 162, осветили встречающееся в онтологическом доказательстве определение совокупности всех реальностей. Но существенного предмета этого доказательства, то есть связи понятия и существования, касается только что законченное рассмотрение понятия. То есть все-таки он вроде бы как признал, что и раскритиковано было, и, так сказать, сам снова к этому обращается. И всего хода развития, через которое он определяет себя к объективности. Понятие, как абсолютно тождественность с собой отрицательность, есть определяющее само себя. Выше мы указали, что уже поскольку оно раскрывается в единичности, чтобы стать суждением, оно полагает себя как реальное сущее. Это еще абстрактно реальное, завершает себя в объективности. То есть вот это, собственно говоря, и есть в данном случае концентрированное выражение его идеализма.
что вот, дескать, само понятие себя толкает к объективности, само себя реализует и становится тут объективным, как понятие. А вся вот эта длительная дорога, которую он сам же потом демонстрирует, дорога, связанная с развитием механизма, химизм, жизнь, потом после жизни, что получается, телеология, потому что после жизни надо поставить человека. А человек отличается от животных тем, что он не просто инстинкты какие-то осуществляет, а он ставит цели и достигает этих целей. И после этого, вернее, перед этим, прежде чем о телеологии речь идет вот о понятии как таковом, уже в субъективном плане, после этого о телеологии, а в телеологии у него заложено, это я вам заранее говорю, но вот кто-то будет читать, на это обратит внимание, он даже говорит там о средствах достижения цели, а под средствами понимает однозначно средства производства, и пример приводит, который я уже вам называл, что вот плуг ценнее и благороднее, чем то зерно, которое с помощью него достигают. То есть он по существу вот подвел все к тому, чтобы Маркс мог уже вполне писать «Капитал», опираясь на это. Но это сделал Маркс. Вот. А что касается оценки в науке, ну, каждого оценивает не за то, что он не сделал, а за то, что он сделал. То есть мы не можем сказать, что вот Гегель это не сделал, это не сделал. Если мы начнем выяснять, кто чего не сделал, то я думаю, мы отсюда не уйдем. Никогда. Поэтому это можно, так сказать, излагать бесконечно. Но обратите внимание, на это мы должны, потому что раньше мы говорили о том, как, вот, какой предпочтительная должна быть структура, но здесь это еще раз подтверждается. Выше мы указали, что уже поскольку оно раскрывается в единичности, чтобы стать суждением, оно полагается как реальное сущее. Поскольку оно раскрывается в единичности, и почему оно, если в единичности раскрывается, то почему оно должно полагать себя как реальное сущее, это, так сказать, остается без всякого доказательства. Это еще абстрактная реальность, завершается в объективности, и вот, так сказать, это вот такие вещи, которые мы вот здесь читаем. Можно сидеть долго думать, как это понять. Ну, как понять? Как понять, что вот где-то идеализм Гегеля в каких-то местах этой книги должен был себя проявить, он вот здесь проявил в построении, где учение о понятии, то есть он вроде как понятие излагает как объективное, а у него с другой стороны тогда получается, что все предшествующее тоже уже, оно не вполне объективное. Если может показаться, что переход понятия в объективность есть нечто иное, нежели переход от понятия Бога к существованию, и опять вдруг возвращается к этому самому Богу несчастному, потому что вроде бы как он и критиковал это определение, но снова к нему возвращается, что и показывает, что это вроде вот этому соответствует. Нежели переход от понятия Бога к его существованию, то надлежит, с одной стороны, принять соображение, что определенное содержание, Бог, ни в чем не изменяет хода логического развития, и что онтологическое доказательство есть лишь применение этого хода логического развития к тому частному содержанию. Но если это применение, то значит он оправдывает по существу вот то самое доказательство онтологическое существование Бога. А онтология, знаете, что под онтологией понимается, да, в философии? Бытие. Бытие. То есть онтологическое, бытийное, так сказать, как бы. Дескать, если признать, что вот Бог обладает таким свойством, то он и есть. А если вы не признаете, значит, вы безбожник и страшно даже сказать, кто вы есть. Не выйдете вы отсюда. Такой птиц. Куда я попал? А куда вы попали? А ему ничего не угрожает, потому что для него Бога нет. А ему никто и не будет угрожать, и то и Бога нет, и его может не быть. Это все. Никто и не собирается угрожать. А то есть сказать, вы угрожаете. Никто не угрожает. Просто так мы обсуждаем этот вопрос. Так, с другой же стороны, существенно важно вспомнить сделанное выше замечание о том, что субъект лишь в своем предикате приобретает определенность и содержание. А до этого, чем бы субъект ни был, для чувства, созерцания и представления, он для познания через понятие есть лишь одно название.
предикате же вместе с определенностью начинается также реализация вообще. Ну что значит реализация? Реализация только в том смысле, что отрицание есть. Есть реальность, есть отрицание. Вспомните, это подход в учении о бытии, когда мы рассматриваем качество. Качество как реальность и как отрицание. То никакого там подхода в этом к бытию нет. Потому что качество просто берется как бытие, а определенность берется и как отрицание, и как реальность, и как негативное, и как позитивное, а вовсе не как существующее. А вопрос о существовании там вообще не стоит и не может стоять. То есть реальность – это то, что он определил как некое позитивное, положительное понимание определенности. Причем какое определенность? Качество. Качество – наличное бытие. И как наличное бытие его надо взять и как реальность. Если это наличное бытие уже, то надо его взять и как реальность, и как отрицание. Но из этого вовсе не следует, что оно, что это на самом деле что-то. Из этого вытекает, что это наличное бытие. С одной стороны, реализация понятия, конечно, еще не завершена в суждении. Реализация понятия не завершена в суждении. Но раз не завершена, значит и нет этой реализации. Раз реализация не завершена, пошли по пути реализации понятия и не завершили. В понятие, а где она, так сказать, завершается, реализация понятия? Вот реализация понятия может быть тогда, когда речь идет об идее. Если сформирована идея, то идея может быть, как я беру самый конец науки и логики, там как раз просто и ясно все написано, потому что там это вот вся эта проблема с соотношение материализма и идеализма осталось позади. Если у вас есть идея, то идея, можно сказать, имеет два момента абсолютные. Это идея познания мира, теоретическая идея. Вот. И вторая идея, идея истины, другими словами, идея истины. И вторая идея, или вторая сторона ее, идея преобразования мира в соответствии с его вот замыслом. Истинным замыслом, поэтому это уже идея добра и его преобразования. И вот единство идеи, истинной идеи добра, идеи отражения мира и идеи его преобразования есть абсолютная идея. И эта абсолютная идея ничего в себе уже идеалистического не содержит, потому что ее точно так же можно легко трактовать материалистически, потому что материалисты, скажем, для того, чтобы построить, скажем, социализм, должны сначала в идее выразить интересы рабочего класса, то есть познать интересы рабочего класса, и в соответствии с познанием этих интересов построить, так сказать, авангард этого класса, выстроить партию, организовать борьбу рабочего класса с помощью этого авангарда, и вот дальше рабочий класс как материальная сила или как идея, которая владеет массами. А идея, овладевающая массами, становится материальной силой, говорил Маркс. И вот эта материальная сила совершает революцию и устанавливает новую сначала власть, а потом продолжая воплощаться, поскольку идея – это была идея коммунизма, и она не кончается на том, что получена власть, она кончается тогда, идея построения коммунизма, идея создания коммунизма, когда завершается не только переходный период от капитализма к коммунизму, но и низшая фаза коммунизма, когда полностью уничтожены классы. Вот когда классы полностью уничтожены, можно сказать, что идея коммунизма, она реализована, поскольку нет уже родимых пятен, без, при наличии которых, как же вы можете говорить, что реализовано, когда у вас всякие родимые пятна в экономическом, нравственном и умственном отношении. А вот такая размагниченность, которая была в период социализма у нас и практиковалась после войны, хотя, с одной стороны, имела почву, такая победа крупная, славная и так далее, а с другой стороны, в этой крупной, при достижении этой крупной и славной победы самые смелые и самые решительные и далеко не худшие элементы погибли в этом самом огне войны. И Советский Союз потерял 27 миллионов человек, из них только 9 миллионов военных, а еще и сколько гражданских. И все это люди погибли, которые изо всех сил боролись, и это, в общем, люди, которые составляли авангард. Ну, есть и другие цифры, скажем, мне мой коллега
старший товарищ Николай Андреевич Моисеенко, декан экономического факультета и командир полка «Катюш», воевавший в Кенигсберге и кавалер ордена Александра Невского, говорил, что в пехоте жизнь, средний возраст жизни, вот как поступил человек в пехоту во время войны, 1.5 месяца. То есть вот такова участь товарищей, которые жертвовали собой ради того, чтобы интересы индивида подчинить интересам вида, ради страны, ради народа, ради будущего. Ну и те люди, которые, так сказать, как раз уворачивались от того, чтобы принести такую жертву, они в известном смысле усилились вообще и в партии, и в обществе, и в государстве после того, как мы понесли потери. Мы же не худших теряли людей, а можно сказать вполне однозначно, что лучших теряли. Не всех лучших, конечно, потеряли, но многих очень лучших потеряли. Вот, поэтому, и тем более представление такое, что это вот мы, уже не надо борьбы, после такая была тяжелая борьба, столько было вынесено, и опять, значит, оказывается, надо бороться, то есть нельзя остановиться. А остановить, если в борьбе один раз остановишься, и вся эта победа и вся борьба пропадет. Поэтому сейчас, так сказать, трагедия будет вот празднование победы в том, что празднует как раз, организовывает празднование победы тот класс, который забрал плоды победы у народа. То есть фашистам не досталось, нам досталось. Так получается. То есть дальше вот такие все сложности пропадают, а здесь вот Гегель как чувствует, что здесь у него все не очень здорово, поэтому от этого Бога он никак не может отойти. Тем более никто его не заставляет вот в этом разделе объективность в начале, где как бы планчик намечается, это еще не такой канонический текст. Ну вот он опять. Бог как живой Бог, а еще более как абсолютный дух, познается лишь в своем действовании. Значит, вот речь пошла об абсолютном духе, которого мы не знали и не видели. Мы никакого абсолютного духа в науке логики не видали. Не было такого понятия. Было понятие учения о бытии, там не было абсолютного духа. Было примечание, кто это было. Примечания, они не входят в текст книги. Это как бы вот обсуждение около, перед, сзади, сбоку. Но не входят они в доказательства. И нет, вот все-таки Бог, как живой Бог, а еще более как абсолютный дух, познается лишь в своем действии. То есть вот речь идет о том, как он познается. Ну, значит, прямо не говорится, что он есть. Прямо не говорится об этом самом духе, который вот тут действует, и таким образом получается вот это изложение. Нет. Вот он познается в действии. Человеку еще курсивом написано. Человеку уже рано дано было наставление познать его в его делах. Но человеку было и другое наставление. По делам их узнаете их, а не только его. Поэтому это относилось не только к Богу. Поэтому можно говорить о том, что узнаете по делам, для того, чтобы говорить об этом, надо иметь существование этого Бога. А существование Бога, он вначале сам говорит, что это, так сказать, доказательство было опровергнуто критикой чистого разума, то есть Кантом. И несмотря на то, что оно было опровергнуто, снова сюда вот он его берет, но уже как очищенное, как не Бог, но Бог мы, так сказать, не настаиваем, но абсолютный дух. Без кожурки. Да, бестелесный, абсолютный дух. Вот абсолютный дух – это и есть та самая абсолютная идея, которая у него в других книжках философских она присутствует, а здесь ее местами можно вот увидеть. Но вот в этом месте она и проскочила, потому что здесь сломалась вот эта логика. Здесь эта логика не проходит у него. Человеку уже рано дано было наставление познать его в его делах, лишь из них могут проистекать те определения, которые именуются его свойствами. Как они могут из них проистекать определения, и как можно говорить о делах того, чего нет, и доказательства чего отсутствует? Никакого доказательства бытия Божьего здесь нет, кроме вот этого онтологического доказательства, дескать, ну раз это Бог, а пошла речь о таком важном, то это важное
Но как бы оно вне критики. И раз оно вне критики, это и знаем мы в отношении начальства, правильно? Значит, есть вот самое первое лицо, оно вне критики. А раз вне критики, а вы утверждаете, что его нет. Да вы что? Как нет, когда оно есть? И так далее. Равно как в них же содержится также его бытие в свойствах. То есть сначала наделяет этот самый абсолютный дух свойствами и просовывает одно из свойств, подсовывает, которое бытие, факт свойства. Это же абсолютный дух. Если он абсолютный, как он может быть без бытия? Вот согласитесь, Константин Константинович. Абсолютный дух же не может быть лишен быть такого важного свойства, как бытие. Это мы вот смертные, мы можем быть этого свойства лишены, того лишены. А это великое и бессмертное, как может быть? Как вообще ваше понимание Бога? Вы можете его понимать без бытия? Если вы без бытия, вы неправильно его понимаете. Если правильно его поймете с бытием, ну, значит, остается ему уже поклоняться. Вы уже попались. Вот этот, в эту ловушку попадали, и человечество находилось в этой ловушке. И в этой ловушке остался и Георг Вильгельм Фридрих Гегель, несмотря на его вот величайшие эти открытия, и несмотря на то, что, вот скажем, две книги, они вполне могут считаться материалистически без вот этих разговоров и без этих критики в его адрес. И мы видели с вами на занятиях, мы критики в адрес Гегеля тут, собственно говоря, и не давали. Почему? Ну, потому что мы следовали совету Ленина, давайте это истолкуем материалистически. Это, вот то, что я сейчас зачитываю, не подлежит истолкованию материалистическому. Поскольку речь прямо идет уже о Боге, а вовсе не о том, как трактовать те или иные категории. Таким образом, постигающее в понятии познание его действование, то есть его самого, схватывает понятие Бога в его бытии, и его бытие в его понятии. Вот уже и появился Бог вместе с бытием. А вроде бы в начале, и даже вот мы видели в учении о бытии, он просто раскритиковал это онтологическое доказательство бытия Божьего, и все. А здесь уже он попал в плен как раз к этому самому доказательству. Понятие, даже и как формальное, уже непосредственно содержит все бытие в более истинной и более богатой форме, то есть какое-то бытие, которое в более истинной форме, то есть не в виде той объективной реальности, с которой мы имели дело в самом начале. Ну, конечно, трудность найти бытие в понятии вообще и равным образом в понятии Бога становится непреодолимой, если это бытие должно быть таким бытием, которое встречается в контексте внешнего опыта или выступает в форме чувственного восприятия. То есть это не опытным путем, это не чувственное восприятие. Это только вот можно из таких рассуждений получить. Из самого выколупить, собственно, из понятия Бога. Что раз это Бог такой высокий и такая так, важная категория, то он включает в себя и то, что это существование. Привычка принимать понятие лишь за нечто, я считаю на странице 126, второй абзац. Привычка принимать понятие лишь за нечто столь одностороннее, как абстрактная мысль, сделает для многих уже затруднительным признать то, о чем говорилось выше, когда мы предложили рассматривать переход от понятия Бога к его бытию, как применение изображенного нами логического процесса объективирования понятия. И вот этот процесс объективирования понятия мы с вами отвергли до того, как пришли вот к этому рассуждению. До того, как мы приступили вообще к рассмотрению вот этого пункта. Давая экспозицию чистого понятия, мы указали еще далее, что оно есть само абсолютное божественное понятие. Ну вот видите, божественные понятия откуда-то взялись. Откуда они могли взяться? Где это было доказано, какое-то божественное понятие? Нигде это не было доказано. Так что поистине тут имело бы место не отношение некоторого применения, а указанный логический процесс представлял бы собой непосредственное изображение самоопределения к бытию. Вот раздел, где, так сказать, вот идеалистическая позиция Гегеля представлена, причем она, если
то, что мы перед этим имели, всегда такое имело, так сказать, доказательную силу, выведение из более простого, более сложных, то вдруг ни с того ни с сего он возвращается к этому так называемому онтологическому доказательству, к софистическому, по сути дела, потому что здесь это исходит из недоказанной предпосылки. Это, как говорится, разговор, что он включает в себя бытие. Никто это не доказал. Но раз никто это не доказал, то и включать нельзя. А если вы сначала включили, а потом обнаружили, то вы обнаружили то, что включили. И если, скажем, фокусник показывает зайцев, а до этого показывал, что там, видите, ничего нету, потому что у него там зеркалом закрыто, так зайц, то если зайц там, поскольку он там был, то он вот через некоторое время и будет явлен, так сказать, присутствующим, они ахнут. Особенно когда он это рассматривает после суждения и заключения. Да. Да, да. По этому поводу следует заметить, что поскольку понятие должно быть изображено как понятие Бога, его следует понимать уже как принятое в идею. Вот уже и принятое в идею оно должно быть, и, так сказать, здесь он уже настаивает непосредственно на его, так сказать, идеалектической трактовке. А мы настаиваем на том, что мы, так сказать, диалектическую трактовку не принимаем, и тогда, когда мы до этого дошли, то мы, естественно, этому и противодействуем в данном случае. Таким образом, и эта объективность также еще не есть божественное существование. Ну, конечно, не божественное. Еще не есть светящаяся в идее реальности. Уже божественное существование – это светящаяся в идее реальность. Но когда светящаяся в идее, так ее нету реальности. Тогда этот самый Бог, в соответствии с учением материализма, это светящаяся в идее реальность. Реальность – то, что есть на Земле, и отражением того, что есть на Земле, является религия. Это фантастическое отображение того мира, который есть. Поэтому вот эта фраза, так сказать, можно ее принять для того, чтобы правильно изображать, что такое религия. Религия – это вот светящаяся в идее реальность. То есть вы берете реальность и, так сказать, отправляете ее на небо. И вот эта реальность, отправленная на небо, фантастическое изображение жизни людей, но на небе дает такие явления, как, например, преподобный. Что такое вот преподобный Михаил? Потому что есть Михаил, а есть преподобный Михаил. Михаил там, а преподобный внизу. А если два треугольника подобны, то, значит, все равно, что один подобен другому. Как тогда? Почему вы взяли, что вот этот Михаил преподобен тому, а не тот, который наверху, преподобен этому, который на земле? И почему Богородица всегда изображается как реальная, так сказать, Мать Божия? Она и есть, с одной стороны, реальная Мать Божия, даже по Библии. Поскольку, дескать, отец у него Бог, а мать у него земная женщина. Вот. И как рассказывал нам преподаватель научного атеизма, что, говорят, что Иосиф, дескать, что вот святая Мария, а на самом деле святой Иосиф, что он поверил в эту сказку. И вот никак тут от этого не оторваться Гегелю, от этой вот этой мысли, но все же объективность настолько же богаче и выше бытия или существования, фигурирующего в онтологическом доказательстве, настолько чистое понятие богаче и выше, чем указанная метафизическая пустота совокупности всех реальностей. Вот оно богаче, шире, но туда уже вставлено вот это самое бытие Бога. Уже вставлено, и тогда он может говорить, что еще кроме этого еще много чего вставлено. То есть много чего про Бога написано вообще в Библии. Много чего туда можно говорить, если уже считать, что Он есть. А если считать, что Его нет, то то, что там говорится про Него, это собрание мудрых мыслей, которые полезно читать и даже изучать, и оно имеет историческую и историко-культурную ценность. Правильно? Библия имеет ценность? Конечно, имеет. То есть люди вот с этим
пониманием прожили много-много лет. Больше, чем они живут с пониманиями того, что Бога нет. Так что как с этим не считаться? Считаться им приходится. Так. Ему не нравится реальность, ему больше нравятся идеи. Нет, он реальность-то берет на самом деле как не как существование. Она у него определяется в наличном бытии. Реальность как определяется-то? Как определенность. А вовсе не как существование. Реальность это что? Реальность это, напоминаю вам, качество должно быть взято. Поскольку качество тоже наличное бытие, мы его берем и рассматриваем. Мы брали не бытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. Это называется определенностью. Вот эта определенность носит отрицательный характер. Она отрицает наличное бытие в нем. И когда мы берем и его рассматриваем, то получается, что это переворот. Рассмотреть. Раз мы его рассматриваем, оно уже выступает как бытие. И такое, такая определенность, которая берется как бытие, называется качеством. А раз это качество уже, то это тоже наличное бытие. И это наличное бытие включает в себя и должно быть взято в наличном бытии и как бытие, и как отрицание. Взятое как бытие, оно называется реальностью. Взятое как бытие, а не взятое как существование. И сам же Гегель развел эти категории на две разные книги. Бытие находится в первой книге, а существование находится во второй. Бытие, можно сказать, у вас мысль есть? Есть. У вас есть мысль? Наверное. Что значит, конечно. Наверное? Вы интересное кино. Про обед, про пиво, про жену. Я же не спрашиваю про что. Вообще есть. Я просто понял, что какая-то мысль у него есть. И спрашиваю такой, задаю простой вопрос. А тут начинается сразу уточнение, какая-то конкретизация пошла. Ну есть, и все. Раз. А есть, где есть? Где есть? На земле, на небе, в сознании, в идее, в действительности. Этого тут еще нет разговора. Поэтому это универсальная такая категория. И не надо этой универсальной категории придавать тот оттенок, что если она их просто есть, то она обязательно существует. Бог есть или нет? Нет. Как нет? Бог есть как социокультурная реальность. Потом в нашем разговоре, вы не слышали, сколько раз я употребил слово «Бог»? Так есть Бог или нет? Есть. В нашем разговоре он есть? Есть. Если по итогам нашего разговора мы делаем вывод, что Бога нет, так он есть в этом отрицании? Да, безусловно. Есть. Вот. Поэтому слово «есть» не надо путать с тем, что он существованием Бога и с тем, что он является той объективной реальностью, которая может быть познана. Это уже игра, вот вроде бы Гегель все это хорошо развел, бытие, потом долго-долго надо идти до существования, а существование должно быть основание, то есть здесь что-то более глубокое тогда, чем Бог. Основание, существование – это что такое? Это восстановленное через сущность бытие, когда есть еще и основание, и условия. Ну что, еще есть условия для Бога, еще и основания для Бога. Тут очень много тогда наворачивается. Нет, тогда он раз, и он на самом деле скатывается вот к простым этим, к простому этому рассуждению об аналогическом существовании бытия. А онтологическое только связано с бытием. А бытие слишком простое. Не я говорю, что его нет, это Гегель к этому подводит. Раз нет, но он скатывается в идеалистическое начинает. То есть он есть книжки, а закроешь его. Такое, вот он только здесь об этом начал писать, а до этого он никак не писал. Ну как он? Вы посмотрите в книге, вот Александр Евгеньевич, ну там видите слово Бог? Да. Есть? Ну так. Бог есть как слово. А где? Да нет, подойди. Вы не надо, не надо. Вот считайте, что вы уже, так сказать, вот под следствием. Вот Бог там есть или нет у вас? Вот посмотрите внимательно и скажите, пожалуйста. Вы читать умеете? Я умею. Бог написано? Написано. Есть в этой книжке слово Бог? Есть. Бог есть в этой книжке? Есть. Ну так и что вы? Вот давайте подпишемся, что ваше слово записано верно. И все. Куда вы денетесь-то? А вы что? Вы психологическим давлением. Никакого тут давления нету. Это совершенно нормальная вещь. Это совершенно нормальная, совершенно нормальная вещь. Потому что как Бог как некая социокультурная реальность, в том смысле, что это как некое понятие, которое используется, о котором говорят,
которому некоторые поклоняются, и, так сказать, это поклонение служит. Как отрицание он есть, да. Вот. Так вас не спрашивают, как он есть, как отрицание или как утверждение. Вас не спрашивали, отрицание он или утверждение. Я спрашивал, есть или нет? Есть. Ну, а как отрицание, как... Не, как в книжке написано, да, слово Бога. Может, вы скажете, что и дьявола нет? Ну, нет, если Бог есть, что, то и дьявол есть. Ну, так а что тогда? Вы его к Богу притягиваете. То есть вы дьявола выводите из Бога, но это вообще богохульство. Здесь... Это диалектично. Ничего тут диалектичного. Во-первых, вы неправильно выводите, потому что дьявол выводится не из Бога, он падший ангел. А вы нарушили логику, даже библейскую. Упал-то он из Бога? Нет, он из этого в двадействии. Он же это, это исследовать Библии, наверное. Бог же эссенция. А вот если следовать... Бог совокупность всех реальностей, а вы из этого Бога хотите сделать совокупностью всех отрицаний, мы поняли. А в совокупность всех отрицаний это дьявол. Это дьявольская позиция по отношению к Богу. Ну так диалектическая. Так это диалектическая позиция. Да нам да какое он дело? Диалектический. Почему он диалектический тоже? Какое нам дело до того, диалектическое или нет, если не собрались вас сжечь? Когда мы вас будем сжечь на костре, то мы вас будем не за диалектику сжечь, а за то, что вы Богу приписали то, что не Богу. Если вы меня сожжете, то вы меня сделаете вечным. Да, мы вас сделаем вечным. Ну, тоже диалектично мы не получим. Михаил Васильевич Библию все прочитал. Да. Диалектику изучил. И будете вы светящиеся в идее реальность. Как у Гегеля написано. Так. Ну вот, собственно, Гегель тут себя как идеалист вполне раскрыл. Но как ученый он себя прикрыл. Он мог вам сказать, это, что вот я здесь пишу, это никакое не доказательство. Это вначале, вот, в соответствии с тем, как построена эта книга, ну, да, это прежде чем перейти к строгому какому-то рассуждению, ну, обсуждаем этот вопрос. То есть... Особенно без доказательств. Правильно? Человек разомолся. И на вот это очень трудно. Люди, которые читают науку логики, они это как-то не замечают, и они пытаются это вникнуть и никак не могут понять, как это так может быть. А это не обязательный разговор в начале. Ну, это как бы для начала разговора. Ну, о чем-то надо поболтать, а потом тогда строго уже то рассуждать. Такая вот строгое рассуждение начинается, когда первая глава механизм. Вот там и пойдет все строго, и опять будет все хорошо. Почти. Быть может, многим труднее будет согласиться с тем, что нечто может быть без того, чтобы существовать. А тут же сам Гегель говорит, что нечто может быть без того, чтобы существовать. Ну да. Поэтому и Бог может быть без того, чтобы существовать. Нечто может быть без того. Просто нечто, любое нечто может быть без того, чтобы существовать. Вот написано, пожалуйста, страница 127. А некоторым, вот вас имею в виду, персонально. Некоторым. Разминаться на... Это богохульство получается, если Гегель себе позволил такую разминочку сделать в начале и приведя такую категорию, как Бог. Получается, что он не уважает его. А он вот представляет абсолютную идею. Может, она в нем тогда себя и нашла. Поэтому он, может, и есть тот самый Бог, как абсолютная идея. Он это выражает. Поэтому вот. Какое это может быть богохульство? Поэтому это самоутверждение. Поэтому он до капитала и не дорос. Но многим труднее будет согласиться с тем, что нечто может быть без того, чтобы существовать. Вот вы никак не можете согласиться, что нечто может быть без того, чтобы существовать. Ну, нечто, вот да. Это вот нечто, вот, Константин Константинович, может, вам трудно будет согласиться, что он есть, если я его заберу. Есть все равно, если у вас есть. Если у меня нет, так у вас есть. Так вот у меня-то будет, а у вас-то не будет. Не включай. А такие выражения, как «быть» и «являться», «явление», «действительность», равно как и «голое бытие», противоположно действительного, употребляются в различном смысле, также и за пределами философии. Сам Гегер об этом и говорит. А вот он, так сказать, взял и за пределов философии это вот употребление, и почему-то, так сказать, это не раскритиковал. Подобным же образом оказывается, что и объективность имеет двоякое значение. Значение чего-то противостоящее самостоятельному понятию,
но также и значение чего-то в себе для себя сущего. Это правильно. Мы тоже под объективностью понимаем либо, собственно говоря, саму природу или само общество, то есть саму материю, и объективность как правильное отражение этого самого бытия, этого существования. Правильно? Поэтому понятие объективности тоже имеет два смысла. Объект в первом смысле противостоит тому «я равно я», который в субъективном идеализме высказывается как абсолютная истина. Он есть многообразный мир. В его непосредственном наличном бытии мир, с которым «я» или понятие вступает в бесконечную борьбу лишь для того, чтобы через отрицание этого ничтожного в себе другого придать первичной самодостоверности означенного «я» действительную истину его равенство с самим собою. Вот как. И тут можно это трактовать и в том смысле, что либо это победа в плане материализма, бесконечная борьба с идеалистическими трактовками этого понятия идеи, либо наоборот, но о том, что истину и понимают ее как соответствие понятия объекту или объекта понятию. И так, и так. Поэтому слово «истина» здесь можно употреблять. В более неопределенном смысле объект означает вообще такого рода предмет для какого-нибудь интереса и деятельности субъекта. И вот он и приплыл к обычному материалистическому пониманию объекта. В более неопределенном смысле объект означает вообще такого рода предмет для какого-нибудь интереса и деятельности субъекта. Вот книга – это объект нашего интереса наукологики, правильно? Угу. Она в объективном смысле. А если он не вызывает мне интерес, так не было, просто... А? Это, у вас не, это у вас не вызывает, а у нас вызывает? Нет, нет. А поскольку у нас вызывает, она вот уже объект. Нет, а для вас она не объект. А для нас вы, а для нас вы тогда объект. Мы субъекты. Вот, вот те студии не объекты. Ну, стоят и стоят. Нет. Они стоят и стоят, а вот стол, на который вы локтями опираетесь, он точно для вас объект. Да. А вы субъекты, на него опираетесь. Вот это вот скорее больше соответствует соотношению объекта и субъекта, чем вот те стулья. Они безразличны к этому. Мало того, вы противоречия образуете. Да, вы с ними образуете противоречия. С какой силой вы давите на стул, с такой стул давит на вас. Тождественное противоречие. Разумное основоположение, совершенное произведение искусства и так далее называются объективными, поскольку они свободны и выше всякой случайности. То есть объективность еще принимается, и это вот он хорошо очень говорит, как то, что свободно от какого-то хаоса, от хаотичности, от случайности. Это действительно, надо сказать, вот, великое. Хотя разумные, теоретические ли или нравственные основоположения принадлежат лишь сфере субъективного сознания, тем не менее то, что в них есть в себе и для себя сущего, называется объективным. Познание истины видит в том, чтобы объект познавался таким, каков он есть, как объект, свободный от примеси субъективной рефлексии. Ну вот здесь он с субъективным идеализмом все время борется насмерть. Вот он снова сюда пришел, и здесь он, так сказать, разделывается с субъективным идеализмом. А праведное действие видит в следовании объективным законам. Ну чем вам не материалистическое утверждение? Праведное действие видит в следовании объективным законам, которые не имеют субъективного происхождения, не могут быть произвольными и не допускают трактовки, извращающие их необходимость. Ну, красиво же вот это, можно тут подчеркнуть. Законы же не могут быть несубъективными, если он предыдущими категориями. А вы знаете, что такое закон? Я хочу вас спросить, чтобы, так сказать, уточнить вашу позицию. Закон – это что? Ну вот вы попались. Спокойное явление. Вот, учитесь. У нас тут есть товарищ специально подученный, изображает из себя просто так вот человека, который ничего не знает, но когда его спросишь, он всегда отвечает правильно. Константин Константинович его зовут. Вот так вот. Учитесь. Так.
Борис Николаевич, учитесь у Константина Константиновича. Все спокойное явление. Не спокойное явление, а спокойное в явлении. Это вы через вот это вот никак не можете выговорить правильно. Это то, что некоторые вещи петруются, что. То, что остается в бутылке шампанского, когда вылетает. На достигнутой теперь стадии нашего исследования объективность имеет ближайшим образом значение в себе и для себя сущего бытия понятия. Того понятия, которое сняло положенное в его самоопределение опосредствование и сделало его непосредственным соотношением с самим собой. И вот тут, так сказать, непонятно, как он его понимает, поэтому он здесь опять, только что он сказал все ясно и хорошо, и тут опять он это запутал. Так. Итак, смотрим 129-ю страницу. Появляется такое отношение, понятие, как цели к объективности. Вот видите, опять хорошо очень относится к цели, к объективности, в котором непосредственность объективности становится чем-то отрицательным по отношению к понятию и долженствующим подвергаться определению через его деятельность, и тем самым получает указанное выше другое значение чего-то самого по себе ничтожного, поскольку оно противостоит понятию. Вот вам идея преобразования мира уже здесь, это же как бы безответственный разговор перед началом. А это на самом деле разговор о том, что закончится в конце идеи, абсолютной идеи, которая преобразовывает мир. Благодаря деятельности человека. А о деятельности человека впереди пойдет разговор. Потому что когда пойдет речь о телеологии, сначала вот понятие, а потом телеология, и там есть средства, а когда есть средства, это уже труд с помощью третьего предмета какого-то. Достигаются какие-то материальные блага и преобразовывается мир, вот тогда мы получаем уже это. А пока, вот он уже подходит уже к тому, чем сейчас будет заниматься. Итак, во-первых, объективность выступает в своей непосредственности. Моменты, которые в силу тотального характера всех моментов, что значит тотального характера? Всеобщее. Всеобщего, все это всеобщее. В своем самостоятельном безразличии друг к другу существуют как объекты вне друг друга. Вот это надо нам запомнить и даже зарубить себе, что всякие рассуждения о механизме, найти механизм, когда вот что-то нужно сделать, нет, говорит, надо бы книгу найти, надо найти механизм, который притащит книгу сюда. И так вот, и что-нибудь еще такого. Механизм. Надо сделать механизм, углубляющий понимание науки логики Гегеля. И так далее. То есть таких вот слов и фраз сколько угодно. Хозяйственный механизм. Это что-то состоящее из внешних, ничем не связанных частей. Вот он долго потом это все разжевывает здесь. И это очень полезно. Механизм осознать в разделе механизм, что вот все эти рассуждения людей, которые никогда не изучали науку логики, они рассуждают о механизме, но не понимают, что рассуждение о механизме – это рассуждение о совершенно не связанных между собой предметах, ничем не связанных, абсолютно. И когда они ничем не связаны, то вы хотите найти вот модель, механическая модель человека – это что? Скелет. Да. Вы хотите быть механизмом? Вот он не хочет. Тоже сжечь хотели. Может, еще кто-то есть, кто хочет быть механизмом. Так, товарищи, кто там слушает, внимает. Есть какие-то, если есть желающие стать механизмом, дайте знать о себе. А вот вопрос, а надувная женщина – это механизм? Нет, у нас не механизм. Две надувные женщины – это уже механизм. Товарищ, что у вас вообще в голове было? Диалектики, а? У него в голове как раз то, что по теме. У него механизм, но он не дотягивает, как вы говорите. Потому что нужно, для механизма нужно несколько, наверное, обязательно. Если нет вот несколько, вот это не механизм. Тут же прямо говорится. Смотрите, объективность выступает в своей непосредственности. Моменты которых, вот моменты, а вы один момент вытащили, не дотягивайте. Я понял. В силу тотального характера всех моментов, в своем самостоятельном безразличии друг к другу. А вот две женщины резиновые друг к другу точно безразличны. Да. Вот прямо в обеду написано. Существуют как объекты вне друг друга. Но резиновые, да, безразличные. Не, ну какие вы взяли-то, да, такие, да, мы, да, и рассматриваем. Да, да, да.
А в своем отношении друг к другу обладают субъективным единством понятия. Единое понятие одно. Одно. Одинаковое. Лишь в смысле внутреннего, или иначе говоря, внешнего единства. Это механизм. Вот так. Вот мы и пришли уже к тому, что такое механизм. Вот. И тут даже уже идет движение. Планчик вот тут, в самом конце этого введения, три абзаца коротких, намечает путь очень далекий. Посмотрите, прямо от механизма до идеи. Угу. Вот первый абзац. Но так как в нем, во-вторых, это единство оказывается имманентным законом самих объектов, то их отношение становится их своеобразным, основанным на их законе, различием и таким соотношением, в котором их определенная самостоятельность снимает с себя. Это химизм. В-третьих, это что, доказано? Не доказано. Это наметка. Это нам рассказывает, о чем пойдет речь. Люди, которые, вот скажем, в кружке не занимаются, просто берут и читают, они останавливаются и дальше уже пойти не могут. Потому что они вдумываются в это, хотят это как-то вывести, а это никак тут и не выводится. Это просто вам сообщаешь, а дальше речь пойдет об этом. А дальше. В-третьих, это существенное единство объектов, именно поэтому положено как отличное от их самостоятельности. Оно есть субъективное понятие, но положенное как само по себе соотносящееся с объективностью, как цель. Это телеология. Это следующее, о чем пойдет речь. Правильно? А так как цель есть понятие, положенное как соотносящееся с самом себе с объективностью, и снимающая через себя свой недостаток, состоявший в том, что она была субъективной, то есть реализованная цель, то целесообразность, которая была сперва внешней целесообразностью, становится благодаря реализации цели внутренней целесообразностью и идеей. Ну, вот вам до конца рассказано, о чем пойдет речь. То есть что мы дальше будем изучать до конца книги. Вот эти вот три абзаца, это план того, или тезисы о том, что будет излагаться до конца этой книги. Идея субъективна, потому что она появляется в голове у человека. То есть у каждого своя идея, она, соответственно, такая субъективная. Ну, она же из-за этого субъективна. У нас идея диалектическая, это у вас своя, а у нас общая. Он же пишет, то есть она субъективна. Она была субъективной. То есть она появилась субъективной, а потом, когда она уже преобразовалась в идею, она стала... Ничего подобного, наоборот. Вот написано, а вы не читаете. Положенное как понятие, положенное как соотносящееся в самом себе с объективностью и снимающее через себя свой недостаток. Вот она уже сняла этот недостаток, а вы все равно, как человек, который, так сказать, все время припоминает эти недостатки и грехи, вы на этом стоите. Оно сняло уже этот недостаток. Все, оно преобразовалось. И становится благодаря реализации цели внутренней целеобразностью и идеей. Внутренней, нет уже этих внешних отклонений. Вот это и уже идеей называется. А иначе это не идея. То есть вот в этих трех абзацах имеется изложение плана изучения. Вот они, остальные. И вот здесь мы пришли, то, собственно говоря, получили начало. Вот оно, начало вот этой третьей части. А это был, так сказать, такой вводный разговор. Вот такая получается вещь. Что мы по времени имеем? По времени мы имеем завершение нашего занятия. Значит, товарищи, мы очень важные вещи сегодня разобрали, чтобы ориентироваться, где мы находимся, вот в рассмотрении. И, так сказать, зафиксировать свою материалистическую позицию здесь. Мы увидели, где Гегель расходится с материализмом и в чем. Угу. Вот. И в то же время мы увидели лучше, где он сходится. То есть там, где он идет к идее, и он идет, так сказать, вот по ступеням развития материи, механизм. Механизм – это же физическое строение материи. Химизм, потом... жизнь, потом жизнь. Правильно? А там это вот у него переставлено, потому что он не материалист. А вот. И только после жизни может быть телеология. А у него вот он торопится с этой телеологией и вставил ее раньше жизни. Как раньше жизни можно поставить цель? Нет, сначала вы должны живое иметь. Это живое должно с помощью дорасти до понятия. Понятие можно там же рассматривать, после живого можно рассматривать понятие, а после цели.
после понятия и цели, а уже после цели можно говорить об идее. Потому что та объективная цель, она с одной стороны по форме объективна, а по содержанию она объективна и превратится в объективную действительность. Это идея истины совсем в более высоком смысле слова. Не только истина как отражение действительности, а истина как преображенная действительность в соответствии с идеей. Вот, собственно говоря, к чему мы пришли, и мы после некоторой вот такой трудности большой, которая у нас разразилась, так сказать, в этом изучении, что мы столкнулись с идеалистической позицией, с попыткой, так сказать, из понятия вывести вещь, мы ее не приняли, отвергли, но мы зато поняли, что тем не менее, сказать, можно его на каких-то отдельных местах, так сказать, ловить на идеализме, но вот целые разделы есть после этого, которые не страдают этими, так сказать, недостатками, и они вполне могут быть снова истолкованы вполне материалистически. Вот для того, чтобы это истолковать материалистически, вот в этом уже томе, который называется «Субъективная логика», нам тут приходится кое-что переставлять. Но переделывать не приходится, например, вот эти рассуждения, их не надо переделывать. Это, так сказать, как раз рассуждения, которые показывают, как Гегель здесь запутывается сам в попытке все-таки истолковать это идеалистически. А потом он с радостью распутывается и пошел опять. Дальше идет механизм, хемизм, жизнь, потом понятие, телеология. И после телеологии, если уже цель поставлена, так ясно, что речь идет об идее. Идея познания, идея преобразования мира. И вот мы уже находимся такой, на прямой дороге. Значит, сегодняшнее занятие было посвящено объективности. Вот этому началу, этого раздела. Тут всего раз, два, три, четыре, пять страниц. Кто скажет, что это очень много, то я думаю, это неубедительно будет. Там, да? Но тут есть над чем подумать. А вот дальше мы... Вполне объективность. Очень объективно. Про Бога очень объективно. Да. Про Бога прямо честно сказано, что мы вставляем в это, в понятие Бога, то, что Он есть. Поэтому нам после этого доказать, что Он есть, ничего не стоит. Так и я могу сказать. Хотите, я докажу, что у вас есть деньги? Потому что это деньги, если они... Деньги сами по себе – это такая вещь, которая, если она есть, то она уж и есть. Поэтому она у вас, значит, и есть. Поэтому ваше доказательство, рассуждение, что у вас нет денег, никто не примет. Особенно в современном обществе. Считается, что у всех деньги есть, поэтому никто вас не спрашивает, есть или нет. Все говорят, купи, купи, купи. А если говорят, купи, значит, что имеется в виду, что деньги есть. Правильно? Кто вы к вам? Вот ко всем же обращаются. Они обращаются, говорят, товарищи капиталисты, купите, купите. Нет, говорят, купите вот это. Ну, если вы не можете, возьмите в долг. Деньги есть, пожалуйста, идите. Идите, значит, почку отдайте и... Будет у вас денег много, деньги есть. Почки нет, а деньги есть. Так что, если подумать, тут деньги – это жирное. Вот, пожалуйста, вон сейчас ипотеку берите и будете 20 лет мучиться. Что и имеет место быть. Так, на этом занятии мы заканчиваем. А следующая у нас тема – механизм. Вот механизм надо изучать. Тут механический объект, механический процесс. Формальный механический процесс, реальный механический процесс и продукт механического процесса. Ну что тут, это для тех, кто был на производстве или знаком с производством, ничего тут нового особенно нет. Все это внешнее соединение частей и, так сказать, хотя тут такой философский к этому подход, но, в общем, ничего такого, так сказать, заумного здесь уже нет. Главное запомнить, то, что механически делается, это все внешнее, не связано никаким внутренним единством, никакого, так сказать, единства, которое вытекало бы из природы, вот того, о чем идет речь, нету здесь. Ну, как составили, так и составили. Хотим так составим, хотим так приделаем, хотим так приделаем. Поэтому, скажем, когда пытаются роботов сделать, то смотришь на какие-то руки такие, вот так, как хотят, так и делают. Нету никакого закона, и не может тут быть для механизма. Спасибо за внимание.